Привет, друзья! Хочу посоветовать вам канал вот этого парня. Его зовут Антоша Провокатор. Этот парень путешествует по миру и снимает влоги. Этот парень был в Таиланде, во Вьетнаме и сейчас он в Индонезии. Так что переходите на его канал по ссылочке. Этот канал будет интереснее не только людям, которые путешествуют, но еще и которые увлекают соблазнением. Ведь Антон еще и соблазняет девушек из разных стран. Так что переходите по ссылочке здесь и в описании. А у нас новая неделя Rad Today. Погнали! Мы сейчас в парке Коломенском и будем кататься с больших горок. Вот Саня нас ведет. Там умрем. Иха! Давай, скину, помогай, ё-моё! Блять, закахуя, да, началась? Блин, тут так классно. Тут столько людей, Санечек. Смотри. Смотри, вон когда тот чувак катает. Почему я такая хорошая? Почему я не... У тебя такая же, да, Нинка? Нет. Нет? Это та, которую ты берешь на руку, и она отчасти ссытся, да? Нет. Есть и такой. Да? Точку. На руки не берите. Не берите на руки, не берите! Что, погнали? Давай, давай, начинай переигрывать, братан, давай. Давай, давай. Ну как тебе? Нормально, только снег в лицо. Санек сказал, ты еще волосы поправлял. Катаемся на плюшках. И самое сложное из этого, это поднимать плюшку. Вот. Спускаться клево, но поднимать тяжело. На седьмой раз. Да. Вы можете поаплодировать ведущему и двум папарацци, которые танцуют для вас, друзья, для вашего настроения. Спасибо вам, мы стараемся вот так вот. Мы даже вдвоем в паре танцуем. Спасибо тебе. Команда Yellow Street. Порно-актер стал картежником. Еще. Все, хватит. Очко! И вот у меня один только вопрос. Вот вы же вроде пикапера, да? Вот, Сань, прикинь, вот тебе остается жить 2 часа, вот что ты будешь делать? Мне кажется, я там налогал и махачу. Осталось жить 2 часа. Тут столько контактов. Дружище, я позвоню им всем. А я позвоню на свидание, скажу, ты не будешь забыть, братан. Давай, братан, давай, удачи! Спасибо. Теперь... Сань, заканчивай, Сань. Да ладно. Это моя девушка. Какая? Любая!
Спасибо, команда КВН Yellow Street. Ну? Ну? Я покажу, как это правильно делать, понял? Это было правильно, а то, что ты покажешь, это неправильно. Смотри, вот я, вот эти батут и я, вот. Ну, на самом деле, не очень громко, я ожидал худшего. Ты красавец, Влад. Правильно? Даже не задавил детей, красавец. Друзья, если вы хотите так же научиться, как Раду, приходите, приходите в батунный центр «Невесомость». Вот так не надо. У меня тут ученик есть мой. Вот он ходит там. Он заплатит вам деньги. Богатый. Все 200 рублей. Ложись, ложись. Это Диана, кстати, сейчас. Ложись. Да. Я себя очень уверенно чувствую. То, что я хотела. Так, все хорошо. Да. Второй раз надо. Спасибо, Диана, большое. Это не получилось. Не получилось. А ложитесь вдвоем. Ложись. Ни хрена себе, ребят. Ложись. Мне понравится, но ты снимаешь, собираешь кладут на лицо. Ложись лицом сюда. Да, поворачивайте, девчонки, поворачивайте. А он тоже молодец, да? Он абсолютно во всем молодец, девчонки. Он профи. Сегодня последний день Rad Today, и в этот день я буду отвечать на ваши вопросы, да, которые вы будете мне писать. Так что в следующем Rad Today тоже пишите свои комментарии, я постараюсь на все абсолютно ответить. Погнали! Я так и не понял, ты Раду или Влад? В паспорте что написано? С детства меня все называют Раду. По паспорту я Владислав Раду. Да, но мое прозвище абсолютно все во дворе, в школе, даже учителя в школе, они не звали меня по имени, а вот Раду к доске. Да, меня звали Раду, Раду. На ютубе очень много людей, которых зовут Влад. Почему бы это не использовать и сделать своим псевдонимом? Так что, друзья, все называйте меня Раду. Мне будет очень приятно. Если вы где-то на улице увидите меня, не учите Влада. Раду! Ну чё, это ко мне, да, точно. Какой рост у тебя? Честно, друзья, меня удивляет, почему вы спрашиваете меня по поводу моего роста. Это не очень так важно в соблазнении. Вот вообще абсолютно. Но кому так интересно, мой рост 1.77 м. Что за кожаный рюкзак у тебя на старых роликах? Я выбрал этот рюкзак 2 года назад. Он подходит абсолютно под все, вот под все. Под рубашку, под джинсы, под пальтишко. И, блин, он мне очень-очень нравится. Некоторые там говорят то, что, блин, это твой талисман. Ему дают только потому, что он одевает именно этот рюкзак. Да, но, возможно, что-то в нем есть. Я не собираюсь его менять как-то в ближайшее время. Он мне очень нравится. Да, и я его нашел. Вот, посмотрите ссылочки в описании. Разные цвета, разный материал, разный размер, тем более. Ну, смотрите сами. Что за мелодия в самом конце? Подскажет кто? Вся музыка в Rad Today, которая есть, которую я беру без авторских прав, ее можно найти в описании. Смотрите там, после ролика вы обязательно ее там найдете. А кто делает монтаж, если не секрет? Монтажи, как говорится, да. Вот в этой студии мы все это делаем, друзья, в этой студии. Вот абсолютно, она самодельная. В домашних условиях. Обойчики, все у нас здесь есть, все, светик, камера. Камеру покажи, зайка моя. Вот камера, да. Так мы и снимаем. В какой программе, кстати, монтировали? Для начинающих. Монтируем мы в Sony Vegas. Вот. Вот за вот этим... А что тут делает клей? Вот это не было в сценарии. Sony Vegas Pro 13. Обычная программа. Но лучше для начинающих, ребят, если вы начинаете монтировать, то пробуйте это делать в Adobe Premiere.
С Вегаса на Adobe Premiere сложно переходить. С Adobe Premiere на Vegas легко. Да, друзья, все, вот такая вот программа. Очень простое применение. Как учиться в ней? Вот есть уроки для начинающих. В Ютубе вбиваешь, как монтировать Sony Vegas. И начинаешь, вбиваешь программу и все. Как девушка относится, что ты снимаешь пикап? Зэк, скажи мне, пожалуйста, как ты вот относишься к тому, что я ухожу всякими бабами, там, знакомлюсь, шляюсь неизвестно мне? Вот, и я прихожу... Что ты меня держишь? Да, я прихожу домой, ты меня кормишь, лелеешь, ценишь, а я в это время там где-то там с другими тёлками вообще там хожу, знакомлюсь, ну, снимаю. Ну, серьезно, да. Ну, я понимаю, ничего, что да? Да, я понимаю, что это твоя работа, все дела. Все. Вот так она к этому и относится. А также, друзья, хочу посоветовать вам канал вот этого парня, его зовут Владислав. На его канале тоже есть пикапы, знакомства. Этот канал будет интересен людям, которые давно занимаются пикапом, и новичкам. Так что заходите, подписывайтесь, ставьте лайки и комментарии ему пишите, и он будет отвечать, и ему будет очень приятно. Ну и все, друзья, спасибо, что смотрели это видео. Желаю вам удачи, успехов, любите девушек. Делитесь этим видео с друзьями, подписывайтесь на канал. Удачи, пока-пока, пока! Пока, пока, пока.